В воскресенье состоялись выборы главы Суздальского района. Их пришлось проводить досрочно в связи со смертью Михаила Иванова, который возглавлял район на протяжении 16 последних лет. Как и предполагалось, главными конкурентами в борьбе за высокий пост стали депутат ЗС, гендиректор сельхозпредприятия «Мордыш» Алексей Сараев, выдвинутый «Единой Россией», и беспартийный самовыдвиженец Олег Григоренко, столичный предприниматель, имеющий в Суздале собственный бизнес. Как сообщает облсберком, в выборах приняло участие более 30% жителей района. Победу на выборах одержал Алексей Сараев. За него отдали свой голос более 55% избирателей. У Олега Григоренко чуть менее 37% и второе место. Остальные участники выборов не смогли преодолеть и 5% рубеж. В ночь на субботу во Владимирском экспоцентре на улице Батурина произошел пожар. Горели коробки с мягкими игрушками, складированные в подвальном помещении кафе «Ивушка». На тушении пожара было задействовано 36 спасателей и 12 пожарных машин. Справиться с огнем удалось только спустя 2 часа. К счастью, никто не пострадал. В МЧС отмечают, что на объекте были грубо нарушены требования пожарной безопасности. В частности, товарами были завалены все пожарные выходы. Кто виноват в неправильном складировании? На этот вопрос можно будет ответить по результатам проверки. И еще об одном пожаре. Произошел он сегодня днем в Коврове. На улице Социалистической из кабины башенного крана повалил дым. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Пострадавших нет. В момент задымления крановщика в кабине не было. Причины пожара, даже предварительные, пресс-служба МЧС не озвучивает. Поэтому обыватели теряются в догадках. Либо произошло короткое замыкание, либо крановщик перед тем, как спуститься из кабины, мог покурить и не потушил сигарет. От чего именно произошел пожар, ответят эксперты. На это им дано 10 дней. Волейбольный клуб «Владимир» в минувшие выходные имел возможность досрочно выполнить поставленную на сезон задачу – выйти в полуфинал чемпионата России среди команд высшей лиги «Б». Для этого владимирцам необходимо было дважды на выезде обыграть волейбольный клуб «Тверь». Но уже в субботнем матче стало понятно – с выходом в полуфинал придется повременить. Победу со счетом 3-1 одержала тверская команда. Правда, уже на следующий день наши волейболисты реабилитировались, обыграв хозяев в сухую – 3-0. До конца предварительного этапа чемпионата России остается 6 туров. Владимир по-прежнему занимает 4-е место в зоне «Центр». И нашей команде достаточно одержать 1 победу в 6 матчах, чтобы выйти в полуфинальный этап. Владимирский биатлонист Алексей Слепов накануне упустил последний шанс выступить на Олимпиаде в Сочи. На 20-километровой гонке «Ижевская винтовка» в последнем отборочном старте в первую сборную Алексей выступил провально. Каждый третий выстрел Слепова улетал в молоко. Как результат – 7 штрафных минут и лишь 33-е место в гонке. Больше отборочных стартов не запланировано, а значит, шанс выступить на Олимпиаде наш земляк получит только в 2018 году.